Дорогие друзья, гости, подписчики, вот мы едем в гости. Да я стерла нечаянно. Это у нас деревня, называется Сарафоново, поселок. Здесь вон дома частные. Когда-то коровники тут были, да? Коровники же были, да? И сейчас все поля, на которых гуляли коровы раньше, сеяли, все застраиваются коттеджными поселками. Вот, хотим немножко заснять, как это делать. Это сейчас заснимем, как это начальная стадия у нас здесь. Здесь мы едем к родителям мужа. Вот, как, в общем, скупили все земли и потихонечку отстраиваются. Дорога здесь хорошая проложена, вот насыпь. Но в самом, вон тот, коттеджный поселок, вот за этими деревьями, там поля. И на них, на этих полях строятся домики. Почти еще очень-очень мало чего пока строится. Наверное, второй или третий год этот поселок. Вот. Получается, вон туда еще дорога есть. Вот это раньше поля, здесь раньше сеяли. Видите, вот такие вот домики, вот такие небольшие коттеджики. Ну, народ покупает и очень хорошо покупает земли. Строится все, ну, люди разные бывают, кому нравится в квартире жить, кому нравится в своем. Но здесь сколько, по 10 соток, да? Вон какой красивый дом. Притормози, я засниму. Видите, какой самый-самый такой красивый, богатый. Остальные так простенькие домики строят, чтобы можно было просто жить. Вот. Лес сразу здесь вот. Говорят, зайцы бегают. Вот. И это вот, пожалуйста, это уже конец. То есть это небольшой поселок. Вот эти поля тоже здесь будут дома строиться, вот уже привезены, видите. Вот там последний домик, это уже вон там, это все, короче говоря, такой небольшой поселок. В общем, посмотрим, что здесь выстроится, когда. Будет здесь очень красиво. Улица очень красиво называется. Солнечная. Очень красивое название. Прямо сразу настроение поднимается. Строят все из разных стройматериалов, из кирпича, из бруса, из пеноблока, даже как он называется, вот это вот, как Миша строил, как оно называется, панели такие из опилок, то как панели, на ПВХ, что ли, да? Вот. Вот так вот, вон и там вот конец заканчивается, очень красиво вечером, вид очень красивый, вот у нас свежий воздух. И никаких соседей, никто не мешает. Так что вот видите, привезены у соседей. Строятся фундаменты, выстроили. Вот. Молодцы, молодцы. Я очень радуюсь, когда люди что-то делают, строятся. Я не знаю, как завидовать. Я не знаю, как завидовать. Радоваться надо, что у людей что-то получается, что-то есть. Значит, люди работают и, да, и к чему-то стремятся. Ну все, на этом закончим. Спасибо за внимание. Пока-пока. Будем заснимать тоже здесь, как каждый. Мы часто сюда приезжать будем, поэтому будем снимать, как здесь проходит строительство, как строится. Ну все, всего хорошего. Пока-пока. Киселя бегает. Кисенька. Кисенька. Смотри, какой рыжик. Рыжик маленький. Кисюля рыжая. Нет, зачем нам? У нас своих двое. Давай, хватит. Да давай, давай, давай. Здесь возьмем все, ё-моё. Потом придете, шашлык будет есть. Кисюля. Вы придете потом, шашлык будет. Кисюля не в туалет сел заснять. Как она там, а играет в туалете. Их напугает, сразу пас. Нас провожают, посидели. Погуляли, покушали, поехали. Сейчас снимем, какие у нас дороги. Немножечко поселочек есть. Ну, это все будет застраиваться. Здесь будет только вот эта вот по столбам одна улица, дорога. Вот где мы сейчас едем, дорога. А слева вот это вот и справа это все застройки, где земли проданы уже. Еще туда дорога идет. Строится, строится. Желтый, они говорили. У желтого там, говорит.
Он, наверное, желтый вдалеке, пристройка. Утки, куры, говорят, там вонь, говорит, невозможно. Как ветер подует. Вот. Поэтому мы уток и кур, ой, кур, говорю, уток пекинок и башкирок убрали, потому что они очень-очень вонючие. Конечно, да, хорошо, быстро созревают, но буларды быстро созревают, но из-за этого... Если где-то в деревне живем, на окраине, да, конечно, это еще можно развести. Потому что в коттеджных поселках все близко. Ну что 10 соток это? По идее так. Вот мне, например, уже 10 соток мало. Мне наш это сколько? 25 соток мало. Это уже. Половина, да, как бы вот надо вот этот с этим участком решать. Туда, потому что я хочу туда этот хозяйство перекинуть. Вот такая вот красивая дорога, аллея здесь. А что здесь? Яблоньки, по-моему, растут. Да, яблони, калина. Дикий виноград, хмель по деревьям растет. Вот реклама на заборе висит. Земельные участки, все коммуникации. Здесь у каждого дома скважина, у коттеджного поселка. Ну это кто как строит. Вот родители купили, у них уже скважина. Первый этаж полутеплый. Теплый пол, да, он называется. Подвала нету. Второй, как она называется? Второй этаж. Да, вот так вот, точно. Отдельно сделана своя станция вот эта вот, санитарная. Как она называется? Нет, как, куда все сливается? Ну, тут даже своя церквушка, видите, вот речка. Это речка, да? Это река здесь. Как хорошо стоит, смотри, деревушка прямо на реке. Речка маленькая, небольшая. Ну, хороший, такой хорошенький поселочек, вот так вот, там узко идет. Здесь тоже купаются летом детки, как бы чистая речка. Вот такие вот у нас, ой, какой дом красивый, с балкончиком каким, да? Вот, вот и церквушка тут даже рядышком своя. И очень-очень близко от дороги. Сколько, 3 километра до перекрестка, да? Какие-то мини-заводики. Тоже заводик мини. Так что вот. И вот как раз там за машиной уже дорога, где идет вот перекладина такая вот. Это уже дорога центральная, окружная. Подъезд дороги здесь хороший. Очень хорошая дорога какая. Только вот от церквушки туда уже там идет насыпь. Здесь он автобус до сюда выходит. Так что цивильно, так сказать. Школа, садик, все здесь есть. Поликлиника, участковые, а больница, да, она ходит. У нас просто все сейчас районные больницы позакрывали, поликлиники, осталась наша. Красно-Ткачевская. Она ближе к нам. Ну, тоже какой красивый домик построили. Смотрите, какая красота. Ой, какая красота. Вот, все поля, поля, все эти поля, он застраивается. Все строятся. Молодцы, молодцы, душа радуется. Вот, и все поликлинику ездят к нам со всей области. То есть одна поликлиника и одна больница, которая находится около нас. Так что у нас-то мы еще хорошо, да, приземлились из города-то. У нас ближе всех, ну, мы подальше от самого города. Вот мы выехали на областную дорогу, сейчас едем в сторону города. Здесь сколько? 3 километра, да? Ну, это мало ли кто хочет покупать земли. То есть все коттеджные поселки находятся в приближенной зоне от города. Вдалеке тоже. Через деревья это плохо видно, но там тоже поселок какой-то. Ну, это поселок тоже там строится, типа деревня. Вот уже вон, пожалуйста, вот этот перекресток уже город, сейчас засниму. Тут кладбище центральное. Чурилково, да. НПЗ в свете, трубы. НПЗ. Нефти. А мы как раз вот за этим НПЗ живем. Мы делаем крюк. Начинается кладбище, ну, за этими домиками. Это кладбище, кстати,
Я говорю, когда ходила сюда, здесь обычно есть еврейское кладбище, мусульманское. На этом кладбище похоронены все, только здесь отсеки отдельно, слышишь? Отдельно отсек мусульманский, отдельно еврейский, отдельно русский. Ты представляешь? То есть оно, это самое первое, наверное, кладбище городское было, да? То есть здесь как бы похоронены все, но у каждого свой под национальностью, он сотрудники ГИБДД стоят. Вот этот перекресток влево. Брагино едем уже в город, тут сколько, километра 3. Прямо Красный Перекоп. А это мы сюда вправо. Видите, Ярославль. Привет-привет всем из Ярославля. И такие ограждения все ставят сейчас везде, всюду у нас. Трасса натягивают. Видно, да? По дороге М8, да? Москва-Холмогоры, М8 называется. До самого Ростова протянуты вот такие вот трасса сплошняком. Это поселок, как он называется? Норская. Норская тоже поселок, до самой реки настроили домов, коттеджики. Так, коттеджики. Это все поля, кстати, были, сажали паха. Совхоз Крачиха, да, Норская, Брагина. Все поля были, река Пахма. Вот. Там вправо. Там, где я сейчас показываю, там сплошные поля, вот этот совхоз Пахма. Вот это перекрестки, я в кювет улетела. Ты куда? Туда. Почему? По котену. Капусту возили. Вот это у нас склад пахмовский здесь. А мы картошку хотели остановиться, давай. Там уже поехали в синий. Бесплатно. Так я хотела капусты взять еще. Ну ладно. Вот это склады, мы здесь заезжаем, картошку покупаем, морковку. Ладночка. И вот с этой стороны вон там поля сажают. Хорошо, молодцы. Сажают все. Картошку, капусту, морковку, свеклу, лук. И вот они вывозили осенью. Это перекрестки с полей вывозили на этот склад, который я показала. Продукцию всю собирали. После дождей сыра было. И жижа такая с полей они. То есть жижу на этом перекрестке. А я как раз в Ростов поехала в налоговую документ создавать. Чтобы одной скучно не было, подругу с собой взяла знакомую. Съездила в Брагино за ней, насела, едем, болтаем. Я на этот перекресток въезжаю, поворачиваю и на встречку, по встречке едут машины. А у меня машина не идет, машина не поворачивает. Ну что делать, сейчас если на встречку, лобовую. И сразу вспомнила, как нам во время учебы, когда училась водительские права, что? Колеса сверху. Трактора? Как он, грейдер? И когда я училась на права, водить машину, нам инструктор говорил, если вы едете, вам на встречку, деваться некуда, съезжайте в кювет плавненько. Я это сразу вспомнила и поехала по прямой в кювет. А мне подруга хватается за руль. Люка, ты куда? Я говорю, туда. Я цепляю, она вот вцепилась-то в руль-то. Ты куда? Я говорю, туда. Я-то целенаправленно еду, съезжаю в кювет-то. Так, плавненько-то. Почему? Я говорю, по кочину. И раз такой молчок. Замолчала. И до самого этого потом сели она. А почему по кочину-то мне? Я говорю, откуда я знаю? Да, я сижу, думаю. Вот понимаете, шоковое состояние у человека. И когда трактор подъехал, мы тут, ну, как бы немножко спустились, съехали в кювет. Трактор подъехал с той же капустой. Нас стал вытаскивать и говорит, а, не переживайте, вы тут не первые уже. А Любка говорит, вот когда он мне сказал, что мы тут уже не первые съехали, я тогда сразу успокоилась. И вот, и муж работал как раз, и я к нему приехала, рассказываю так и так. Ну, мы так и доехали, он нас вытащил, правда, помял. Надо не так зацеплять-то было, он за мост зацепился и помял мост, да? Искривил. У нас, короче, в копеечку страховку не сделал, я не вызывала ГАИ сотрудников. Некогда было, последний день надо было сдавать налоговую декларацию. И пришлось срочно ехать, там 60 километров до города, до налоговой доезжать. И мы доехали, я мужу позвонила, он говорит, придешь, покажешь. Приехали вечером, поехали смотреть, все, весь... Вот эта вся жижа, вся грязь, дорог была смыта.
Мне говорят, вы тут не первые. Ну так вы с полей-то съезжаете, колеса там мойте, там у них стоит канистры с водой, вот эти баки. Вот поселок Пахмо, видите, тут, ну, тут деревня, поселок. Вот. Привычка, я уже за руль села. Такие вот здесь вот в эти квартиры, вот этих домах, нет, не в этих, ну этих тоже сдавала. Там вот за этим магазином дом. Новый строитель стоит. Я в нем сдавала квартиру. Там квартиры. Одна коммуналка стоила года три назад. Они огромные, так кухня огромная, коридор огромный. Нет, как он. Там настолько, я не знаю, вот ребенку купи машинку и разъедутся туда-обратно. Но там и коммуналка где-то от 8 до 15 тысяч была, и когда пока в городе было 3 тысячи на отопление. Вот этот дом сейчас вот красный вот стоит, вот этот дом. У него очень-очень большие квартиры в них, очень огромные. Но этот дом, кстати, он ведомственный. Это от Пахмо, что ли, это какое-то предприятие, я не помню, честно говоря. Вот. И квартиры такие, стадион построен. Ну, ладничка, это вот тоже поля здесь. Здесь же тоже копали, сажали, да? Видите, все застроили. Раньше коровы здесь гуляли. Сажали, сначала сажали, потом коровы. Это что, гаражи, что ли, построили? Смотри, маленькие. Да. Да, вот дома строятся, машины продают, а машины ставить некуда. Да? В городе, во дворах что творится, стоянки закрывают вот эти вот нелегальные все самодельные. Да? Вот это вот тоже коттеджики. Тут к родственникам едем за картошкой. У нас самих земля, но картошка у нас не хочет расти, у нас картошка. И поэтому едем за картошкой к родственникам. В эти коттеджики. Домом гаражи построили. А ведь эта земля-то, у которой у дядь Толи, у дядь Коли она была. Вот землю хотели выкупить, боролись, на то и напоролись. Человек уже не выдержал нервотрепку. Все равно кому надо, они возьмут. Че толку-то? Вот здесь вот тоже родственники сажали, вот эти дома, сажали поля. Ты посмотри, прямо впритык. Где-то тут. Ты посмотри, так. На ихнем поле строят уже. Не строят. Нифига себе. Вот, типа, вот видишь почему? Вот на этом поле сажали. Вот, где этот дом стоит? Да, я покажу. Надо. Вот это где дом стоит? Вот этот вот. Это было поле родственников моего мужа. Смотрите. Ну вот, все, мы приехали вот в этом. Он кто был? Заместитель председателя? Пахмо. Не выдержал. Сердце у него не держалось. Не выдержал, когда воевал за землю. Так что не воюйте ни за что. Кому надо, все равно заберут. Жизнь дороже. Не стоит оно того. Ну все, спасибо за внимание. Пока-пока. Так, вот мы выезжаем. Но я, конечно, в шоке, Олег. Слушай, вот этот дом на поле, который ты копал когда-то, да? Помакали. Все строится. Здесь дом председателя, заместителя. Кого еще, бухгалтера, что ли, да? А? Здесь вот эти домики, это первые коттеджи, которые были построены в каком 80-м году. Я, кстати, когда работала на почве здесь, на Пахме, начальником, коряшки. Они только еще коряшки, там вдалеке. Так вот, там вдалеке дачи. Тоже вот родители мужа продали дачу, квартиру, купили землю с домом. И сейчас балдеют. Ну все, ладничка, дорогие друзья. Вот немножко показали наши зарисовки Ярославля. Именно там, где коттеджные поселки, какие у нас домики строят. Как люди живут, конечно, не засняли. Но вот такие у нас. Смотри-ка, высоковольтная линия идет здесь рядом с домами. Это же очень вредно. Я бы здесь не купила дом, квартиру. Слишком близко. Вот смотри-ка, высоковольтная линия. И дома по отношению к домам очень близко. Это ненормально. Вот тут, короче говоря, вот я сама училась в строительном техникуме. Что хотела сказать. На промышленное гражданское строительство, на прорабы.
1080 году было. Вот. Мы там изучали все. И вот то, что мы там изучали, как надо строить, все нюансы, так сказать, постройки, какие границы, какие. В общем, сейчас все по-другому. Все по-другому абсолютно. Абсолютно все по-другому. Все нормы сократили, какие убрали. Вот смотрите, как близко, высоководная линия с домами. А ведь так это нельзя. Слышали? И вот эти дома уже были построены постперестроечное время в поселке. Вот так вот. Ну, это как бы не совсем высоковольтные, но факт тот, что все равно они как бы высоковольтные. Ну, там вдалеке Ярославль виден. Видите, вон вдалеке Ярославль. Притормозите чуть, пожалуйста. Ой, пока не трю. Дорога, конечно, кошмарная. Вон вдалеке, видите? Вон, вот так вот я как бы показать. Так пальчиком вон. Вон. Это район Крестов находится, называется. Нефтестрой. Называется Кресты. Там деревня была Кресты. И там нефтеперерабатывающий вот этот завод. И, в общем, что я хотела сказать? Те условия и все технические условия и нормативы, которые были во время Советского Союза, так сказать, да, нормы, и что сейчас при постройке совершенно разные. В общем, я сейчас смотрю, как люди строятся, и как бы не сколько частные дома строятся, как строятся именно дома, ну, многоэтажные, и где они строятся, в каких условиях строятся, что какая рядом инфраструктура, там, в общем, как дороги приближены, какие расстояния между домами, вот это все, то есть определенные были нормы, условия должны были раньше сохраняться, сейчас это все пренебрегают этим, даже строят на болоте строят, потом все покрывается плесенью и все разрушается, даже вот так вот. Ну ладно, кстати, тоже еще хорошая одна тема, которую можно развить вот на эту тему. И потому вот, кстати, связано тоже с риэлторством, я поработала, и можно как бы людям объяснить, как сейчас продают дома, строятся дома и продаются, и что можно купить, какого кота в мешке можно приобрести. Слышишь? Вот, и как бы мы как бы тоже планируем. Вот до того, как мы решили строиться, мы хотели купить квартиру, да? А потом, поработав риэлтором, я, честно говоря, квартиру не хочу покупать. Мы решили отстроиться. Потому что в чем причина, я как-нибудь вот разовью эту тему, подумаю, что можно интересного. Интересно, нет, на роднике наберем воды. Интересно развить эту тему. Подумай, о чем можно рассказать, что вас может интересовать. Может, кто-то это знает, может, кто-то не знает. Но это тоже подсказочка для тех, кто будет покупать. Вот что именно у нас в Ярославле. Не знаю, как в других регионах. Ну, вот это у нас окружная дорога. Вправо у нас идет Брагино, откуда мы сейчас приехали со стороны. А сейчас в Кресты. Там сколько? 6 километров здесь, да, до Крестов. Ну все, спасибо за внимание. Что послушали мою болтовню. Пока-пока. Оставайтесь с нами. Решила еще заснять НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Здесь завод управления у нас. И дальше пойдет само. Когда-то это было окраина. Вообще район Крестов, то было окраина, да? Только было автопредприятие государственное. И нефтеперерабатывающий. Насколько оно огромное. Вечером снимала ночью. Очень красиво. Смотрите, какие. Ну, такие вот у нас дороги, видите, как трясет. Иногда от него такая вот здесь проезжаешь, вообще невозможно. Забрасывают
Кстати, в основном сбрасывают только выходные дни, да? На неделе так не воняет, как выходные дни. Это дорога на Москву, М8, Москва-Холмогоры, да? Трасса. Мы поехали домой. 20 километров нам надо пилить. Если бы, конечно, по прямой, ну, русские дороги такие, извилинами. Семь извилин на версту, да? Песня-то есть. Ой, если напрямую, конечно, километров 12-15 максимум до нас. Если напрямую. Но мы едем, у нас тогда руки построены, что у нас 23 километра от города. Видите, какой завод? Какой завод? Огромный-огромный. Очень большое там сокращение каждый год. Сокращают. Кстати, здесь снимали фильм «Большая перемена». Вообще, Ярославль такой город, что в нем очень много до сих пор снимается фильмов. Даже сейчас снимают фильмы. Здесь весовой контроль. Раньше был в ГАИ, сейчас его закрыли. Сократили. Всех подряд останавливали. И меня тоже. Все время с ним перерекалась. Потом они перестали меня останавливать. Для сотрудников ГИБДД вышел на смену, остановил женщину. Плохая примета. Так что вот еще видите, сколько машин. Люди работают на своих машинах, приезжают. Ну и сейчас машину можно купить не так дорого. И это все идет за вот НПЗ. Представляете, как он длинный. Вот видите. Сейчас здесь вот территория стала здесь строиться. Еще они новые какие-то вон строят. Все сеткой, все видеокамеры. Через каждый, сколько, 100 метров видеокамеры у них там стоят по забору. Представляете, сколько видеонаблюдений какое. Зато вот у меня у мужа знакомый работал, друг, на НПЗ, Беловка, да? Он там работал и говорил, ну они там что, заливают цистерны, вот эти вагоны, бензин, которые потом идут в другие города по железной дороге, железнодорожной погоде. И он